сегодня у меня мега распаковка из New Chic. Сейчас посмотрим, что я заказала. Итак, давайте все по порядку, чтобы не порезать то, что внутри. Ух ты! Это пришел моя скатерть-фотофон. Да, это она. Это скатерть с изображением дерева, как деревяшечки такие. Класс! Класс, класс, класс. Сейчас покажу. Я его так долго хотела. И вот мой фотофон ко мне пришел. Кто делает своими руками какие-либо изделия, будь то броши, вязаные игрушки и тому подобное, тот знает, что фотофон незаменим для тех, кто рукодельничает, в общем, для рукодельниц. Выполнена из такой какой-то ткани, хэбэшки. И вот такие вот полосочки, как дерево, как досточки с таким рисунком. Обалдеть! Я выглажу, конечно же. И теперь буду фототь на этом фоне вам свои работы. Будет очень здорово. Класс! Мне очень нравится. Давно хотела заказать именно вот такую из материала, потому что в основном там на сайтах виниловые, еще там какие-то. В общем, их не постирать, я не знаю, если с ними там что можно, их гладить как-то нельзя. Я один испортила, теперь боюсь. Вот, а этот тканевой, ну вообще-то написано было, что это скатерть. Ну вы же понимаете, что, да? У меня второй смысл. И он заключается в том, что фоткать свои работы на вот такой классной поверхности смотрится вообще огонь. Так что от души вам рекомендую, советую, закажите, не пожалеете. Очень классная штука. Можно и как скатерть использовать, можно и как фотофон использовать. Так что просто супер. Если вы занимаетесь рукоделием, как и я, то на таком фоне просто замечательно фотографировать свои изделия. Давайте посмотрим дальше, что у меня тут. Что же я тут такого заказала? Я всегда, когда открываю, боюсь порезать. Вы не представляете себе, что это такое? Та-дам! Это моя подушка Хрю-Хрюшка. Это вот такая дорожная подушка-муфта. Сейчас я вам открою, покажу. Я так давно ее хотела вообще. Ой, какая она классная! Я вам не могу передать. Сейчас покажу вам поближе. Вот такая Хрю-Хрюша. Обалдеть, класс. Чтобы вы понимали, это сюда засовываются ручки. Но я одной рукой снимаю сейчас, не могу вам показать. То есть, ну это муфточка. Муфточка, подушка-муфточка. И так как следующий год у нас год свинки, то такая мордаха, я думаю, будет очень актуально смотреться. Такой пятак классный. Скорее всего, я думаю, что у меня Сашка ее отнимет, мой сын. Поэтому я буду радоваться ей недолго. Но она очень классная, мега позитивная. Очень мягкий такой вот материал. Это типа или велюр, или бархат. Не знаю, как правильно сказать. Ну, в общем, здесь зачем-то замочек. Не знаю, зачем здесь замочек. Там видно, что вот такой вот наполнитель. Ну, это, наверное, чтобы стирать ее, я так понимаю. В общем, не знаю, замочек. Зачем-то. Ну, вот такая морда классная. Я прям очень довольна. Она такая классная, я вам передать не могу. Очень мягенькая, очень классная. Вот такая Хрю-Хрюшка пришла. В нее засовывать ручки вот так с двух сторон. То есть там вот отверстие такое сквозное. Вставляете ручки, и они у вас зимой не мерзнут. И вообще она очень классная, позитивная, правда? Очень классная. Там на них скидки, так что заказывайте. Ссылочку на эту Хрю-Хрю я вам оставлю внизу под этим видео. Так же, как и ссылочку на все остальные товары. Так давайте дальше посмотрим, что же мне еще прислал New Chic. Мои заказики. Так, следующая посылочка из New Chic. Давайте посмотрим с вами, что это. Так. Здесь у нас... А, это супер-пупер ножнички мне пришли. Вот такие вот ножнички из New Chic я заказывала. Мне они очень сильно понравились. Ага, они запечатаны. Сейчас я распечатаю. Вот такие вот ножнички в винтажном стиле.
Так они качественно были очень упакованы. Вот такие ручки у них. Они сделаны под медь, металл такой. Очень удобные ручки. Прям я в восторге. Сейчас проверим, как режут. Ниточку возьму. Прекрасно режут. Идеальные. Я их заказала потому, что здесь вот маленькие они. Узенькие такие, а ручка большая. То есть мне удобно резать очень. Очень классные, крутые ножницы. Кроме того, дизайн. Мне очень нравится дизайн. Конечно же, я все люблю красивое, как и все девочки. Поэтому очень советую, рекомендую. От души рекомендую. Они промасленные здесь. Немножко выпачкалась в маслечке. Вот такие шикарные ножнички. Они там идут по скидке. Ссылочку я оставлю внизу под этим видео.